23 июля сотрудники городской администрации провели ряд выездных инспекционных мероприятий. Комиссия во главе с первым заместителем главы города Даниилом Копиевым ознакомилась с ходом строительства детского сада номер 35 и школы на 1224 мест по улице Кизелюртовской. На обоих объектах были организованы встречи с представителями подрядных организаций, где строителям было указано на недочеты, выявленные в ходе осмотра. Сегодня на объекте работает человек вместе с ИТРом, человек 52. Ведутся работы по кровле, мягкой кровле. Отделочные работы ведутся, шпаклевка, стен. Электромонтажные работы внутренние тоже ведутся. В данный момент работают перегородки стен 3-4 блока тоже. И работает у нас сантехники. Далее представители городской администрации направились в парк имени Магомеда Халилова, где совместно с руководством Каспийской флотилии обсудили ход работ по подготовке ко дню ВМФ. Ознакомились руководители муниципальных ведомств и с ходом обустройства нового здания городского музея, который будет располагаться на первом этаже здания «Русгидро».